Так, друзья, всем привет! Сегодня у нас немножечко необычный выпуск. Алексей настоял, чтобы мы сняли дом. Говорит, давай у тебя на канале будет и дома тоже. У нас есть тут отдельный специалист теперь по домам. Вот, собственно говоря, сегодня будет у нас классный большой дом в Адлере. Да? Какой район? Район Адлер, Золотой Гребешок, низ. То есть до центра здесь всего лишь 10 минут. 10 минут до центра, ну давайте сейчас вам все покажем. Я первый раз дома снимаю, ну попробую. Ну для такого дома, конечно, цена очень радует. А, но цена хорошая, цена в конце, квартиры, как обычно. Да, цена. Все. Итак, друзья, мы находимся сейчас на придомовой территории. Решили с нее начать, потом зайдем в сам дом. Это у нас опять Рузана, ну и собственно говоря, Алексей. Рузана у нас немножечко стажируется в плане видео, поэтому вдвоем они будут вести сегодня наш блог. Все, рассказывайте, показывайте, ребят. Находимся во дворе дома. Здесь у нас въезд, автоматические ворота. Угу. Вот, заезд здесь очень большой. На территории хватит на несколько машин. Можно поставить 2 машины, 3 машины. Угу. Земля находится на участке 3,2. Вот, пройдемте, я вам покажу. Здесь у нас, значит, навес такой. И от солнца, и от дождя. Дальше у нас здесь находится в доме, есть 2 входа, ага. С стороны, с той стороны. Дом сам в 3 этажа. Вот, здесь у нас типа цветочков. Да, ну здесь что-то такой, да. Такое. Ну, пальмочки дома стоят, я вижу. Сюда надо мою маму, тут вообще будет пуф, благоухать все. Да, такой у нас цветочник. Ну это вот кто любит за цветами ухаживать, просто сейчас на данный момент особо так не проживает, чтобы ухаживать. Здесь летняя беседка у нас такая красивая. Ну, а здесь вообще классно. Беседка вместе с кухней, можно пользоваться. И, кстати, во время продажи все, что находится во дворе и в доме, дом продается полностью вот именно в таком виде. Да уже можно сейчас даже посидеть, у нас сегодня погодка, да, классная? Ну-ка, можно я сейчас здесь чуть-чуть поподробнее? Холодильник. Красиво, картин, то есть кухонный верхний. Да. Не было, в принципе, ни в чем. В доме вы увидите то же самое. Деревянная, мебель, да, беседка. Все остальное. То есть, индукционная плита, то есть, казалось бы, даже для двора, многие себе в квартирах не позволяют, да. Угу. Вот. Ну и, в принципе, по качеству все видно. Угу. Так, ну пойдемте дальше, на задний дворик. Очень дорогая газовая котельная. Ну, здесь, конечно, собственник, он не жалел средств, вкладывал все по полной для себя. А здесь у нас получается санузел. Ага, 2 створа. Который во дворе, да. Здесь может быть один душ даже. Ну, один душ, один санузел. Так, вот он получается туалет. А там что? А здесь у нас душ. Душевая. Душ, да? Я сейчас тоже покажу. Да. Здесь у нас, да, летняя душевая. Смотрите, прямо делано это все так прилично, в принципе. Так, свет выключаем. На случай каких-то экстренных городских там, всяких событий. Ага. Дизельный генератор. Да. Дизельный генератор, да, тоже у нас сцена, да? Да, это 2-й вход. Угу. На дорогих машинах 2 аккумулятора. Вот я так сказал, основное и дополнительное, вот то же самое. Ага. Хорошо. Ну, в принципе. Камеры видеонаблюдения. А, кстати, да, по видеонаблюдению нам подсказывает тот собственник, да, говорит, что куча камер по периметру. И есть даже у нас такой домофон, видео, чтобы видно было, кто приехал, кто пришел. Да, так. Да, и дом уже полностью готов к продаже, то есть прописанных никого нет. А, по документам, то есть как вообще? По документам, дом собственности, земля 3,2 сотки. Ага. В принципе, уже все выписано, никого прописанных нет. Итак, участок 3,2 сотки, а сам дом сколько метров квадратных? 200 квадратных метров. 200 квадратных метров. Все, хорошо, пойдемте в дом. Спальни, залы, санузлы, спортзал. Спортзал даже есть? Да. Так, ну давайте, разуваемся. Ну, так как собственник уже практически покинул дом, то есть переехал, в принципе, в другой регион из-за работы, достаточно финансово оплачиваемый, поэтому цена здесь очень хорошая. Да, да, мы же уже говорили сейчас. Вот у нас, да, получается, домофон. Так, ну что? Начнем, может, с зала или со 2-го этажа сразу? Ну вот с 1-го давай начнем. Хитренькая, бахила. Она всегда с бахилой. Как-то не подумала взять много. Ну что, здесь у нас на 1-м этаже расположен зал. Угу. Такой красивый, просторный. На полу у нас плитка.
потолок тоже дизайнерский, двойной потолок, люстра красивая, мебель мягкая, то есть все, что здесь мы видим, оно кожаное. Все продается, да. Угу. Андрей, ну скажите, да. Так, сейчас у нас. Что касается мебели, все остается. Все остается. Все остается. Все остается. А по качеству, по цене вообще? Кожаная мебель. Кожаная мебель. Все, да, кожаная. Все качественно. А поясните кто-нибудь нам по отоплению, вот как отапливается с коммуникациями, что? Здесь теплые полы. Да, да, здесь везде теплые полы, батареи стоят. Угу. То есть котел, сейчас мы пойдем, я покажу, где котел стоит, угу. Управление котлом, все есть. Угу. Я понял. Здесь так, здесь кухня, да, у нас? Да. Это кухня, здесь вот экран. А, вот здесь, да, вот как да, раз немножко камера выйдет. Кухня тоже очень просторная, комфортная, мебель хорошая тоже. Смотрите, сколько слоников. Да. Ну, это массив, кстати. Это массив. Здесь плита аж прям я... Честно, да, говоря, честно говоря, даже я не знаю, что тут Bosch, в общем, Электролюкс, посудомойка, да? Вот здесь? Нет. Это у нас... Посудомойка, вот. Нет. Посудомойка, вот это. Вот это, наверное. Вот она, посудомойка. Ага. То есть оборудована кухня полностью, готовая для жизни. Свет надо включить. Свет давайте. Вот. Когда женщины нет, да сразу, где посудомойка, где... Так, видеонаблюдение. Да, мы уже показывали. Полностью, все. Ну, очень уютненько, мне прям очень нравится. Очень уютно, что-то... можно творить, готовить, печь, даже надо если есть детишки, очень комфортно. Рузана, тебе как, нет, нравится? Да, мне ты очень нравится, творила? Она просто, да. Я пожалуйста, чтобы комфорт был, можно сидеть вот так. А, это как же он называется-то правильно? Она все раздвижное здесь. Забываю все время про это название. Вон здесь вот тоже, ага, вижу. Там санузлы, кожа. Его некуда там. Так, давайте сюда пройдем. Рузана, пойдем? Да, пойдем. Там ванна. Иди, Сергей, объясняй, что это. Пошли. Туалет. Никто лучше вас, Сергей, не объяснит. Туалет. А свет он где? Так, вот он. Вот он, туалет. Ну, это отдельно. Так, туалет. То есть, это туалет отдельно. Понял. Это у нас здесь получается душевая. Ага. Душевая, все это. А вот здесь у нас выход, да, был? Это вот котельная. Вот она, котельная. Отдельно котельная, все. Вот это котел какой-то. Будерос. Это хороший, Будерос. Да? Это вообще. Я не очень разбираюсь. Это, вот, грубо говоря, как машины есть, Lexus и Bentley, все. Ну, да, вот да, это да. Вот самый привет, ну, навороченный, что ага. Есть. А вот это как раз-таки выход, который мы это, видели да, снаружи. Это выход. Да, этот выход, вот он идет как раз. Ага. Уже на двор, все. К беседке выходить. Да, то, да. Кто как хочет, так угу. И выходит. То есть очень удобно, обратите внимание, душ отдельно и туалет отдельно, абсолютно удобно. Котельная там. Да. Котельную показали. Котельную показали. Так, ну что, пойдем на второй этаж? Пойдем. Пошлите на второй. Второй этаж, ступеньки ага. Невысокие, лестница. Удобная. Ступеньки, да, такие? Вообще шикарно. Есть такой широкий ступеньки, да. Неудобно ходить. Так, здесь, здесь тоже душ, туалет. Вот прям очень тепло, сразу мне жарко. Да. Так, здесь у нас уже большой, большой совмещенный. Во-первых, сделан с этого блоки. А, кстати, да, Сергей, поясните, с чего сделан блоки. Все с блока. Ну, вот то есть, у него был цех свой, капитальный дом, да, блоки. У человека свой был блочный цех, вот это ага. Все он со своих блоков делал качественно, все выложено, стены здесь очень большие. Толстые, то есть, да? Да, ну видите, как тепло. Вообще тепло, не жарко, хочу куртку снять. Даже я вот чувствую, что он такой санузел большой, просторный, здесь угу. У нас это ванна. Это комната. Так, первая комната пошла. Да. Ага. Первая, так, вот здесь чуть-чуть приоткроем, покажем глубину. Да. Ага. А, это спальня, это детский. Это как бы детский считается у нас. Так, детский. Вид у нас. Вот там горы можете снять. А, да, вот нифига себе, вид-то классный. Вот, это вот. Смотрите, горы. Друзья, это видно горы, будет, надеюсь. Тихий район. Тишина, да, и покой. Как бы это ну, вот. Довольно-таки большая, да, площадь для спальни? Не, очень. Он строил все цивильно, телевидение везде. Ну, все для везде. Себя строили, да. Понятно, что здесь. Так, вот вторая спальня. Ага.
Вот вторая, тоже телевизора, правда, нет, ну вот, это спальня тоже. Так, она тоже с выходом выход... на балкон, да? Да, ох, блин, кондиционер здесь дует даже. Так и там дует тоже, я мы думаю. Мы это включили, опять. Вот смотри, потом, вот можешь выйти отсюда снять. Ага. Вот этот выход на балкон уже. Так, это вот она у нас, наша парковочка. Вон оно море уже, смотришь, застроили, вот так море. За вот этим домиком, да, то есть да, было видно да, море. На третий этаж мы еще поднимемся. А что по району, Сергей, вообще? Это район я просто не... он сейчас расстраивается. Ага. Люди вот приезжают в Сибирь, с Москвы, скупают, строятся, потому что школа вот Блинова рядом, да, Адлера. Здесь буквально ну, километра, ну, 4 максимум. Мы сейчас выезжать будем, да, Алексей говорит, на трассу можно как-то. На трассу будем выезжать. А так вон газовая труба уже, вот видишь, идет. Вот, ага. Люди уже тянутся, вон желтая поверхность. А у нас есть газ, кстати, в нет, этом доме? Нет, здесь газа нет, здесь газ заплачено. Сейчас, если человек приезжает, деньги дальше дает и дальше проводит уже. Ну, то есть мы как бы не заморачиваемся, потому что мы отсюда переехали, пока на дизеле топим. Пока на дизеле, форсунку да? меняем на котле и все, и проблем они нету. Они такие, очень даже жарко и тепло. Не, очень жарко, хорошо, во-первых. Зима особо. Вот он шкаф такой же, купе стоит, все, то же самое. То же самое, вот, допустим, даже, да? Я все показал. А, тут даже подсветка в шкафу. Да, да, конечно, конечно. А вот здесь я смотрю, вот он, теплый пол. Они перестановку сделали, вот детская. А, вот детская, да? Да, вот она детская была, потому что уже переделывали. Точно так же все, шкаф-купе. Вот для детей вот двухспалка стоит, допустим, там шкаф. Ага. Все сделано, видите, туда, туда идет, все красиво. Все помещается. Да. Ну, то есть, если у человека двое детей, допустим, или трое, двое здесь могут спать, один там может взрослый спать. То есть, опять же, также телевизор сюда повесить. А, вот здесь, да. Да, вот повесить телевизор, все сделать. Так, пойдемте на третий этаж. Так, вот. Что у нас третий этаж? Вот сюда. А ну, отдельный, вот тоже дверь, все. И все, вот поехали, тренажерная. Самое интересное. Надо место. Было, чтобы Леша здесь уже такой в шортах боксировал. Это вот тренажерная. Это тренажерка. Ну. Здесь, как здесь бы, вообще кладовая. Без слов. Здесь вы смотрите, как бы. Сейчас, секунду. Сейчас я покажу все. Ага. Большой это телевизор такой. Да? И там на балкон выход? Это да, можно балкон, переделать да. хоть комнату. Просто они сделали тренажерку. Угу. Можно сделать как комнату для родителей, допустим, третий этаж свой. Да, для родителей. Нет. Ну это кто как делает? Поругался с женой сюда, поднялся, здесь спишь. Да, допустим, вот это вот кладовая идет. Это карта. Бьешь грушу. Это не романтическая жена. А, ну тут прям огромная кладовая. Да. Даже море ага. Ну, как бы это вот раз. Так. Получается. То есть, что хочешь, там можно сделать, что хочешь. Если человек на охоту ходит, хранить там что-то свое. Здесь оружие. Да. Вот, тоже. Сейф. Ага. Она соединяется. А, тут сейф, да. Вот. Вон он, сейф стоит, как бы все, оружейка. Это как оружейка считается. Так, здесь у нас выход на балкон. Да, выход на балкон. Вот она, дверь боковая. Так, по балкону. Она как это тоже, хранится. Ну, да, как бы хранится все. Ну, кладовочка. Да, кладовочка. Гвозди, молотки. Вон оно, море даже отсюда видно. Вон море, уже Адлер, это все, центр это. Это уже центр. Это уже центр. Вот люди тоже дом купили, будут строить. Землю купили, тоже будут строить. Район только расстраиваться начинает. И тоже можно поставить столики да, и на балконе. Да, навес красиво сделать. Хочу заметить, что дорога асфальтная, асфальтированная, прям хорошая дорога. Ехали мы. Хороший подъезд, не по какому-то там. Нет, тут цивилизация. Вот отсюда уже вид другой, видишь, там мы снимали одно. А там горы. Тут уже вот, это получается Красная Поляна, вон она. Ага. Вот это Красная Поляна уже, вон там пошло Красная Поляна. До Красной Поляны отсюда где-то километров, ну, 20. Угу. По времени? Полчаса. Вот как раз мы сейчас будем выезжать на трассу. Ага. Отсюда до Поляны, ну, минут 20-25. До вокзала такая же, тоже 20-25 до аэропорта? Минут. До аэропорта, аэропорт вот он. Вон он, аэропорт уже, вон он. Линия. А, кстати, все меня спишут по самолетам, летают, не летают, смотрят. Что-то я не слышал пока. Ну, и тут нету, тут вообще нету. Они где вот летают? Вот вы как местный. Я? Да. Около моего дома.
А где у вас дом? Вот водоканал. Где-то район там? Водоканала, они там рядом пролетают, их слышно, да. Угу. Их слышно, где район водоканала. Здесь нету. Здесь нет. Такого нету. Здесь они где-то там, да, получается? Да, да, да. Ну вон взлетка и посадка, аж вон за рекой находится. А-а. Река тут рядом есть, все есть. Ага, ага. Ну что, друзья, в принципе все, мы показали вам весь дом. Настало время цены, долгожданный момент, Алексей сейчас нам расскажет. Еще раз, участок, квадратура и цена, давай так. Участок 3,2 сотки, угу. Дом 200 квадратных метров, полностью упакованный, то есть вплоть до тапочек, с дорогущей мебелью, техникой, спортзалом, то есть максимально все, что можно. Вот как только так насытить. Но мы сейчас по ценам, да, вот этот котел и диван этот кожаный уже там чуть ли не под миллион вылазит. Да, 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 беседка, все под заказ полностью, очень много ручной работы. А, беседка, массив, да? Это, да, массив, сколько? Беседка. Вот она, кстати. Вот она. Тут котик. Да, сразу. Охрана кошки. Ты что хочешь, кушать? Вот охрана. Ага. Да, и вся эта прелесть вам может достаться всего лишь за 14,650. Вы удивитесь, но эта цена срочная, и эта цена квартиры. То есть мы даже. Слушай, да, мы вот снимали за 17 миллионов 125 квадратов квартиру. Да, вот, пожалуйста, вам разница. То есть для семьи, для тех, кто хочет приехать, купить и сразу просто наслаждаться, пользоваться всем, то это супер предложение. Угу. Поэтому, друзья, очень, кстати, также могу сказать, что этот дом есть в продаже, но за него и 18 миллионов некоторые просят, но... Да, у нас, в общем, самая низкая цена на самом деле. Сейчас появится наш общий номер на экране, звоните. Также не забывайте ставить лайк, пишите в комментариях. Я не знаю, я не очень в домах разбираюсь, я, честно говоря, по квартирам. Пишите какие-то нюансы, там, задавайте вопросы, о чем мы еще не рассказали. На все будем отвечать без проблем. Да. Все. Продают наши друзья, поэтому цена она такая. Здесь вы напрямую будете общаться и... Без всяких там 50 посредников. Да. Вот. И сейчас мы еще выезжать, да, будем, наверное, и под музыку покажем вам дорогу отсюда. Хорошо? Да. Все, всем пока. Пока. Так, друзья, еще по скриптум, сейчас встретились с соседом, он продает вот этот вот соседний участок, здесь 3,5 соток вместе с вот этим домом, так что можно вот так купить все вот это вместе, и у него уже, у него, видите, только первый этаж, а тут, в принципе, можно было бы все и облагородить, и тут достроить, ну, это уж смотрите сами. Есть, в общем, возможность расширения.